Добрый день, мои друзья. Сегодня у нас 22 октября, воскресенье. Отопление включили 20-го. Ну, нам, как бы, наша управляющая компания говорила, что до 20-го включим. Ну, вот 20-го именно и включили в пятницу вечером где-то, или даже ночью, что ли. Вот. Эти вот 2 дня тепло. На улице, значит, плюс 4 градуса. У меня на термометре где-то плюс 6. Нет, тоже плюс 4, да. У меня тоже плюс 4. И в интернете посмотрела плюс 4. И у меня на термометре плюс 4. Ну что, я рада, мои друзья. Вышла просто вам сказать. Вот. Ремонт пока не закончился, но отопление включили. Вообще, по Воронежу отопление 6-го должны были включить. Нам вот протянули до 20-го. У нас никогда такого не было, чтобы у нас так тянули с отоплением. Ну, вот получилось. У нас вот тут вот 19-я школа-интернат. У нас здесь за углом администрация находится, суд находится железнодорожного района. У нас тут немного дальше, там следующий дом, 74-я школа. И всегда включали вовремя. Ну, я так понимаю, что у них в этот раз включили 6-го, а нам вот именно в наш дом протянули до 20-го. То есть все дни мы мучились с отоплением, с обогревателями и все. Как мы будем платить, не знаю. Я даже не знаю. Вообще у нас завтра, в понедельник, будет собрание по смене собственника. Ну, по смене управляющей компании. Что мы решим, не знаю. 18:30 будет собрание. После собрания я вам выйду в эфир, расскажу. Ну все, мои друзья, я очень рада, что у нас тепло в квартире хотя бы. Пусть на улице прохладно, ну, просто теплее нужно одеваться. Осень, что ж поделать. Уже октябрь кончается. 22 октября сегодня. В воскресенье. Всем желаю хороших выходных. Сейчас 7 утра у меня. 7:30. Сейчас утра. Всем желаю хороших выходных. Всего вам доброго. До свидания.